уже от федерации, что мы в этом году активизируем нашу деятельность. Мы ждем нашего председателя федерации. Я думаю, что он появится. Ну, там занят серьезными государственными делами. А я, как вице-президент, хочу пожелать вам счастливого Нового года. Я хочу сказать, что в этом году мы провели очень много соревнований, событий. И вообще в истории шахмат не было точно. А я думаю, что и в истории российского и советского спорта не было такого, чтобы на соревнованиях шахматных или одного вида спорта в течение года президент страны два раза приехал и присутствовал на наших событиях. Это белая ладья в Сочи летом этого года и потом матч на первенство мира. Причем особого значения заслуживает тот факт, что в матч на первенство мира не было, к сожалению, не было наших представителей. Но мы приняли и достойно все организовали в Сочи. Матч Ананда и Карлсона. Или правильно будет сказать, Карлсона и Ананда. Сначала я сказал по старшинству, по возрасту. Потом я сказал, потому что Карлсон защищал свое звание и защитил достойно свое звание матч с Анандом. Замечательная была организация. И вот на закрытии Владимир Владимирович Путин приехал и поздравил победителя и участников этого матча. Мы все присутствовали, мы все очень рады. И я должен сказать, что президент высоко оценил программу обучения шахматам в школах России. Если кто-то не уследил, то слушайте. Еще на белой ладье Владимир Владимирович Путин дал высокую оценку вот именно этому направлению деятельности Федерации. Поэтому принимайте как оружие к действию и давайте работать вместе. Спасибо.